Здравствуйте! Сегодня 5 октября, а это значит 5-й день октября. И еще это означает, что ФК-10 играет против Родины Медиа, классика медиафутбола. Теперь уже успевает сыграть и за Титан, и за Десятку, и выйти сегодня в стартовом составе. Без Кутуза нападающие Тудрот забивают крайне мало. И очень давно не забивали. Сегодня Кутуз, как и Обухов, в стартовом составе. И от одного и от другого мы уже услышали очень много странных слов. Шакир сегодня в стартовом составе Родины. Это очень важно. И здесь ему помогают и Прокоп, и Кудряш, и Владимир Лобкарев. Здесь и Прокоп, и Кент, футболисты, которые играли за Амкал, раз уж мы упомянули Амкал в контексте перехода Шира. Но есть еще футболист, который мог стать игроком Амкала, но в итоге им пока не стал. Это Алекс под 69-м номером. Вася Маврин играет в Амкале. Стартовый свисток Александра Филимонова вот-вот прозвучит. А пока Маца и Рыбус против Тарасова. Футболисты, которые играли за московский Локомотив вместе. Снова они возвращают мяч в чужую штрафную площадь. Положения вне игры нет, там лежат футболисты. И Кутуз, подбрасывая мяч, сохранил его для своей команды. Снова подача теперь Брайана и Дова. Удар по воротам. Надолго задержалась. Впервые пока на старте этого матча нет фолов. Но есть удары по воротам и есть опасность, которую накрывает Евгений Помазан. Всегда. Кутуз бьется за позицию во вратарской. Подача выпрыгивает, и кто-то должен пробить. Клюкин роняет мяч. Но по-другому нельзя было. Там слишком много футболистов. И, Саш, прокомментируйте, что происходит. Пока смотрим. А что смотрим-то? Руку? Игру рукой. А. Бах. Ну, от вратаря спасение. Ну, да. Сейчас посмотрим. Да не, ну это не игра рукой, вратарь спасает ворота, да. Саша, поясни, пожалуйста, вот момент, который ты как арбитр должен... Она вообще прижата, да, ни движения, ничего. А вот эпизод с тем, который был на чемпионате Европы, когда Кукурелли, это разные ситуации теперь? Ну, это вообще другой момент. Все, да, хорошо. Это не пенальти, и поэтому можно спокойно продолжить игру. Муса, мягкий пас вперед. Муса владеет, я уже говорил, что Муса прекрасно владеет первым пасом. Удар по воротам в ближний угол. Вот Муса. И наша трансляционная бригада делает все, чтобы вы рассмотрели даже букашку на этом вертящемся мяче. Браво, парни и девчонки, которые работают на нашей трансляции. И браво, Муса, за эту передачу. Муса. Такую скорость набрал, что чуть не упал, но в итоге остался на ногах. Подача, отличная контратака, с ума сойти! Шикарно атакует Родина, и она выбралась из своей штрафной площади. Шикарные атаки Десятки, и сама провела отменный ответ. Вот подача, и Шакир как будто был более предпочтительным вариантом, но мяч перелетает через него. Или Кришнин, есть о чем поговорить, очевидно. Пас на дальний удар по воротам, и Клюкин! Вот это супер момент, и снова Алексей на месте. Фил Воронин вчера уходил на замену с пульсом 199, если что. Ну а это Алексей Клюкин и его игра в ближнем углу. Мяч в бедро попал. Брайан легко меняет один фланг на другой и подает тоже легко, и мяч катится. Вот там нательный крест вратарю Родины помог. И пас на Оскарбзян. И Клюкин кулаками выходит, и плюс против него еще играют неудачно. Первый тайм подошел к концу. Сколько лучше. Но это, опять же, просто разные стили. Да, Родина команда, которая не очень результативно играет, но против таких команд, как правило, даже сложнее. Мяч мечется по вратарской. Удар по воротам, Киреев! Шикарный момент. Обухов повис в воздухе. И дальше оставалось только правильно подставить голову. Но мне кажется, что Киреев испугался вытянутой ноги. Играют свой личный турнир. Родина хорошо начинает второй тайм. Падение! Но мяч остается у Мусы. Передача. Снова падение. Там на этот раз просто не удержались на ногах игроки Родины. И Алекс помогает Мусе снова подать. Родина, да, взяла? Да.
Итак, смотрим. Еще да, ближе можно. Мудак, иди, бля, встань, не молчи. Интересно. Помедленнее можно? Давай посмотрим помедленнее. А мы смотрим, какую часть тела? В ногах эпизод или или толчок? Замедленно, прям можно. Вот еще? Давайте вот тут, вот тут вот. Вообще какой-то легчайший контакт, вообще, если он вообще там есть, да, то есть ни стопой, ничего, да, там, ну, какой-то, может, там, ну, мяч, рога на весу, вообще легкий контакт, продолжаем, угловой удар. Угловой удар. Прокоп будет у мяча. Все-таки Миша будет бить. Удар по воротам! Подача! Момент! Отворот. Удар в ближний угол, Киреев. А вот мяч, который попадает в сетку. И арбитр... Ух ты! И арбитр мяч засчитывает. В истории футбола был. Шакир. Раскачивает оппонента. Шакир. Удар в дальний гол! 1-0! Шакир просто великолепен! Номер 94 открывает счет в этом матче шикарным выпадом и ударом в дальний угол. Родина, говорят, блядь. Защитный футбол играет, наслаждайтесь. Уже не работали, напомню, в этот момент. Воробьев и Муса ведут борьбу. Нормально играют. Это выиграть. Еще пока смотрим. Да, не, еще. Всю эту борьбу, да, какой-то есть контакт, такой же, как и в штрафной. Два одинаковых момента, гол. Гол засчитан. Гол защит. Снова этот пас Мусы. И дальше Шакир разбирается. Раз-два. Раскрутил все позвонки, какие только были у Радика Хайрулова и Родео. Падает с седла. 1-0. Шакир забивает бывшим. Треугольничек и доставка на Петра Тена, который играет без замены. Опасно. Еще десятка мало бьет поворот. А вот это удар как раз, который как будто бы просили трудящиеся. Во втором сезоне медиалиги матч между этими командами был настоящим украшением. Родина выиграла 4-3, напомню. Но потом десятка взяла реванш в Воробьев. Закладывает финт, проходит Еременко. Остается пройти Мусу и потом финальный босс. Только кто им будет удар? И Муса! И еще удар! Накрывают мяч защитники. Классно сыграл Воробьев. Дальше просто, как будто бы просто попади. Смотрите, Алекс лежит. Одна серия булетальти сегодня уже была. Подача на дальний удар. Клюкин. Клюкин сегодня неудержим. Заброс. Шакир где-то здесь был. Это он скидывал на Прокопа. Прокоп закладывает финты, как будто второй лишний был. И Миша Мацерепус, извините. И снова прострел. Снова игра спиной к чужим воротам. Очень хороши в эти минуты футболисты Родины. И удар уже везде, где только можно, работает. Вот этот отрезок у команд. Воробьев, подача. Клюкин играет кулаками. И снова Петр Тен, снова подача. Вот это настоящий навал. То, что нужно на последних минутах всегда и часто работает. Рыбус не обращает внимания на соперника. Это вообще не его дело. Воробьев. Удар в ближний угол. Клюкин гасит огонь этого длинного отрезка. 4-3-2-1. Все-таки десятка сохраняет мяч где-то в сантиметрах от боковой. И все. 1-0. Команда Андрея Коряки выигрывает матч у десятки. И по количеству побед с десяткой сравнивается. Но у Родины в основное время их две. У десятки есть одна в основном, одна в нынешнем сезоне в серии булетальти. И это, конечно, очень яркий матч. Много разговоров с арбитром, много
истории, но я думаю, что свои решения все-таки был более чем последователен Александр Филимонов. Даже если ошибался, то делал это в обе стороны, поэтому о предвзятости или о скандальности сегодняшнего матча в полной мере говорить не приходится. Это была игра, что надо, и свои моменты десятка упустила не в конце, не благодаря судейским ошибкам, а упустила, попадая в штанги и просто не сумев пробить вот этого шикарного вратаря. Алексей Клюкин, игра на ноль, всего третья в своей жизни в медиафутболе.